Успешно противостоять проявлениям терроризма можно только сообща, уверены коллеги из Пензенской и Ульяновской областей Татарстана и Чувашии. За круглым столом в селе Батырево представители территориальных антитеррористических комиссий обсудили вопросы безопасности общества. Представители органов исполнительной власти и муниципальных образований должны быть всегда готовы к выполнению задач, связанных с противодействием терроризму. Объединение усилий, обмен опытом помогают совершенствовать эту работу с учетом возникновения новых угроз. Приятно отметить, что именно наш район как бы удостоился проводить такой большой форум. Мы должны сообща находить возможности для противодействия угрозам стабильности. Все усилия, невзирая там на чины, на структурные подразделения, уровни власти, совместно вместе должны работать. Если все это у нас все нормально получается, экстремизм, терроризм к нам это не придет. Представители Татарстана и Ульяновской области поделились опытом организации работы и противодействию идеологии терроризма и организации группировок. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика.